Друзья, еще один цветок в моем саду. Это жемчужина тысячелистник. Очень красивый цветок. Высота 80 сантиметров. Зимуют хорошо. И их можно еще подкрасить. Поставила краситься. Посмотрим, что будет через 15 минут. 15 минут прошло, особо изменений нет. Вообще нет изменений. Посмотрим через некоторое время. Вот спустя 40 минут. Вот желтая краска так окрашивается. Ромашки тоже окрасились на зеленом. Я не вижу изменений. Красный цвет. Здесь еле заметная розовинка есть. Синий цвет. Пока ничего. Посмотрим. Будем наблюдать дальше. Спустя 2 часа вот такой результат. Это желтый. У зеленого я не вижу изменений. Краска прозрачная была. Может, это влияет? Не знаю. Красная. Чуть-чуть. Розовинка идет. У красного краски маловато было. Там всего 2 капли. У остальных по 4. Вот синий цвет. Прям голубой. Так, прошло 3 часа. Уже ждать нечего. Вот желтый, здесь зеленый. Вот я взяла такой цветок для сравнения. Тут нету изменений. Скорее всего, раствор был слабым. Вот это розовый, тоже раствор был слабым. А это синий.